К концу года завершится разработка новой антикоррупционной стратегии. Об этом отмечалось в ходе заседания Общественного совета по вопросам противодействия коррупции и теневой экономики при агентстве финансовой полиции. Рассматривались также меры, принимаемые ведомством в области международного сотрудничества по борьбе со взяточничеством. К примеру, на сегодня подписано уже более 20 соглашений с такими странами, как Франция, Турция, Китай, Италия, Польша, Румыния, Хорватия. Ведется активная работа по вступлению Казахстана в группу государств против коррупции Совета Европы. Работу в этом направлении нужно продолжить и усилить, считают эксперты. Предлагается подсчитать затраты проводимых антикоррупционных конференций и для прозрачности публиковать отчеты на сайте Финполиции. Вызывает также сомнения объективность опросов, согласно которым Казахстан в прошлом году занял 140-е место в мире по уровню коррупции. Я оскорблен тем, что я живу в стране, которая занимает почему-то 140-е место. И какие они доказательства в силу того, что я именно 140-й, а не 25-й, приведут? Механизмы есть у них, все понятно. Есть у них какие-то... Могут они нам хоть один раз обозначиться и... Но они уже не раз рассказывали методику, и это... Но это каким-то документом, наверное, надо... А кому эти документы представляют они?